Добрый день. Хочу демонстрировать вам совершенно уникальную конструкцию ножа, совершенно случайно приобретенного мною в магазине «Сплав». Такой вот ножик фирмы «Викинг Нордвей». К скандинавам он, конечно, не имеет никакого отношения. Это, конечно, китайцы, простенькая сталь. Но меня больше всего поразила, так сказать, система фиксации клинка. Вот таким вот образом. То есть есть некая схожесть с системой болисонгов. То есть клинок фиксируется именно усилием ладони. Фиксация, ну, с диким люфтом, как с горизонтальным, так и с вертикальным. Ну, горизонтальный можно убрать, естественно, там зажать в тиски или что-то. А вертикальный уже не убирается никак. У меня поначалу возникла идея сделать вот здесь, продолжить вот это отверстие, сделать открывашку для пива. Но решил не портить этот, скажем так, коллекционный экземпляр. Пусть будет, как будет. Пользоваться я им все равно носить вряд ли буду. Кстати, хочется заметить, что это первый нож китайского производства, который имеет, ну, из виденных мной, по крайней мере, который имеет вменяемую заточку, то есть ровненько сняты фаски, и он действительно острый. Ну, сталь, естественно, там самый простенький, они ничего не скрывают. Если вы видите, 420. Что это означает, мы все прекрасно понимаем. Но сама культура производства клинка меня несколько удивила. Ну, а снаружи в сложенном состоянии это напоминает больше, ну, какую-то пластинку, не знаю, расческу. Вот. Ну, такой вот забавный вариант. Я, в общем-то, и взял просто из интереса, чтобы было. Ну, всем спасибо за внимание.